Всем привет! Шла в огород. Ночью была гроза, дождик пролил. Ну, немножко хоть грядки смочил-то. Дождь был такой сильный, но короткий. Быстро прошел. А я набирать воды пошла. Набрала в бассейн. Вот то ночью включала. Набрался, правда, не полный. Давление слабое и медленно бежит, вот только половина бассейна набралось. Сейчас наберем сюда. Как бежит она. Сейчас водичку сюда наберем. В эту бочку надо будет набрать, тоже включу. Не знаю, сколько она будет набираться кверху долго. Давление слабое, это медленно бежит. Так, наконец-то я вышла в огород. В огород. Помидоры надо подвязать. Вот. Не знаю, когда взяться за них. Пока с этими палочками стоят. Опять все зарастает, трава нарастает, на полоть. Помидорки падают уже. Вот. А взяться за них, короче. Но уже цветут помидоры. Многие. Это даже помидорки есть. Сейчас покажу, где-то видала. Уже завязи. Тут вон помидорки уже. Тут помидорки. Тут только цветут еще. Шмель прилетел опылять. Тут у нас тоже цветут. Тут вот помидорки уже. Вот. Огурчики цветут уже. Вот. Скоро огурцы тоже будем срывать. Здесь. Это укропчик бабушка садила тут. Ну, короче, вот. А, вот еще завязи. Помидорок уже начинается. Тут маленькие. А вон цветут тоже огурчики. Так. Тут у меня подвязка. Вот подвязывала эту. Делала как? Вот огурчик маленький. Его подвязывать не за что. И я брала вот такую проволочку. Согнула ее, алюминиевая. Она легко гнется. Ну, вот так вот сделала на узел, петельку из веревки и воткнула. То есть у меня веревочки натянуты, и огурчик потом сам он полезет по кверху, по этим веревочкам, ниточкам. Сделала так. А потом, если даже он вот в сторону идет, я его раз так заделала, и все. И нормально растет кверху. Вот тут надо тоже подделать. Вон огурчики уже скоро будут. Тут у меня книжка что-то упал. Вон огурцы. Тяжелые, видать, огурцы. Падает кверху. Надо снять. Падает, наклоняется, тяжело ему держать. Так, тихо, не падать. Сейчас мы тебя кверху подделаем. Вот, держись. Кориандр так и не вырвала. Тут так и растет кориандр. Здесь
Еще свекла у меня тут уже. Надо рассаживать, я еще не рассадила. Ну, я часть-то рассадила большую, но просто тут оставалась. Думала где-то подсадить. Так еще и некогда подсаживать, ничего рассаживать. Этот укропчик я весь выдергаю, нарежу. Может, в заморозку или на сушу. Вон тут у меня кругом укроп растет. Эти зонтики, там этот укропчик можно, малосольные какие-нибудь огурчики буду делать и добавлю. Так, лук. Лук, может, кто смотрел, помнит, я садила этот сивок семечками. Вот у меня вот таких вот он размеров пока. Нормальный, вырастет. Конечно, прижился не весь. Не весь такой крупный есть. И мелкие вон такие. Не знаю почему, но вот вроде весь одинаковый садила. Какие-то застопорились в развитии. Не росли. А какие-то вот выросли хорошо. Ну, ему еще долго сидеть. Огород у нас зарастает весь. Зарастает. Потому что очень много времени приходится тратить на пасеку, на пчел. Это у меня лук тоже сивок осенний я садила. Вот уже такие головки у нас подрастают. Немножко вот я грядочку пробовала садить. Чеснок у нас уже, вон, стрелка вышла. Середина июня, сегодня 15 июня. И уже стрелка выскочила у чеснока. Чеснок много нынче не садила. Тут вообще что-то желтеет, вон, весь чеснок. Потому что мы его что-то плохо едим. Там лук растет, вот, семейный, который... Здесь якобы морковка должна быть, но что-то ее очень мало, и одни сорняки, короче. Здесь, когда стало всходить, я думала, это морковка, это укроп у меня нарос, видать, самосевом насеялся. Надо вот сейчас прополоть и найти морковку оставить. Так, вот морковка очень плохо взошла нынче опять вот тут. Не знаю, искать надо. Опять без морковки. Тут лук. Лук, вон тоже кончики желтеют. Надо чем-то обрабатывать, поливать. Надо. Вот эту-то грядку окучивали. Вот, ну, почти всю окучили. Эту грядку. А вот эти-то нет еще. Не добрались. Короче, зарастает огород у меня, зарастает сорняками. Раньше пчелы не давали выйти в огород, они жалили, просто жалили. Выходишь, они начинают на тебя нападать. А сейчас на них я так не жалуюсь, просто они занимают очень много времени. То есть мы дежурим, раи эти ловим, работаем на пасеке с Андреем. Девчонки старшие в огороде. Ой, дома готовят кушать, там прибирают, это все вот делают, стирают. Но огород, конечно, они тоже помогают поливать. То есть вечерами там они приходят, поливают, воду наберу с водой. Знаете, что у нас проблемы с водой. Воду вот в бассейн наберу, и нам хватает его где-то дней на 5, чтобы полить огород. Все грядки поливаем, и дней на 5 хватает воды. Но это мне полный, если я набираю. Тут половина, так не знаю, дня на 3. Но сейчас дожди опять передают, так и вода, думаю, будет бежать. Потому что люди-то огороды поливать не будут, так давление будет какое-то. И нам огород не надо будет поливать, если дожди. Вот.
Что мне нужно еще сделать в огороде? Вот здесь я вот хочу... Вот я здесь убирала землю, часть. Там вот дальше хочу вот как бы так дорожку всю прочистить, перевести всю землю, чтобы чисто было тут ходить. Потому что здесь близко земляк, и все сорняки лезут туда, в теплицу, на грядки. Доски старые все убрать. Раньше у меня тут грядки были с ягодами, но я их все пересадила, убрала. Потому что здесь Андрей на тракторе едет и все время мешается тут. Здесь навоз еще складываем. То есть у меня грядки были до конца теплицы с ягодами. И он мне завалил по весне, по осени и зимой навозом. Завалили все грядки, все ягоды. Поэтому я решила убрать отсюда ягоды, клубнику. Или Викторию, кто как называет там. Тут я посадила, сделала такую как бы высокую грядку из навоза. Козью, зимний, прошлогодний, короче. И я сделала лунки. Тут две тыквы посадила. Тыквы, которые мне нам высылала, присылала Елена, нам, по-моему, она высылала тыкву. В прошлый год мы садили, и вот нынче я посадила тоже. Пошла окучивать картошку. Тут часть окучена уже. Эту грядку. Сейчас вон тут четыре рядочка прополоть. И окучить. Картошки-то не видно. Все окучила я, доокучивала эту грядку с картошкой. Сейчас пойдем дальше работать. Они в один, два в один сделались. Да ты что? Да. И ты иди посмотри. Ты подойди поближе, они не будут. Ты меня огляди, чтобы они, мало ли, я ведь не знаю. А что, я думаю, ты им понравишься, желтая, темно-желтая. Ну, Господи, благослови. Это из которого света? Вот из третьего вышел. Ага. И вот из этого, да? И мне кажется, вот из этого, с 15-го. А тут? Ну да. Страсть Господня, Господи. И что делать-то? Ты Андрюхе-то звонила? Да, позвонила, но он что говорит, лови. Он весь на нервах сейчас там уже. Лови. И говорю. Вот это отсюда все, они туда и сюда, да? Так видишь, что-то непонятно как-то. А тут там... свисли, там это. А там что, я просто повешала на всякий случай. Вдруг, думаю, отсюда, если пойду. А, вот это то же самое, ты привой повесила, да? Да, но они все сюда пошли. И на этот привой, да? Смотри, полный вообще. Я не знаю, это-то выдержит, не выдержит. Привой-то... Ну, железка-то. Да нет, железка-то. Да, перевешает и грохнется. А, вот это. А если где-то, это там чем-то подсунуть. Ну вот что вот вы? Ты сюда будешь. Так, берешь их? Итак, идите сюда. Они потом сюда. Ты видела ее света? Нет. Не видела матку. Товарищи, к мне не подходите, пожалуйста. Я вам не нравлюсь. Я вам не нравлюсь. А я это перой стала брать, и меня одна в палец ужалила. Даша мне перчатки вот эти дала. Но. За эти там своя укутит. Ну, такая простая тропка-то. А я думаю, девки, мы пойдем в это, в сады сходим. Да это... Ой.
там прикольно. Я даже дай какие-то булоньки, а потом говорю, которую маме как-то отдавала. Она как я бабушка не знаю. Она пошла на вешалке на свою трико Антонику вот это дело. Булоньки-то эти. Они не пропустят его, нет? Что, думаешь, у них жало как шприц, что ли? Кто его знает? Прокусят. Ты что там такая толщина? Я вон в джинсах, и то не это. Ну, что вот они вот здесь собираются? Идите туда, идите. Вот, товарищи, видите? Я сегодня первый раз вышла к пчелам. У меня прямо вот глаза по 7 копеек. Близко так я еще ни разу не видала. Света пчела как ягодки собирает. А вы ко мне, товарищи, не лезьте. Я вам не нравлюсь. Пойди отсюда, дорогая моя подруга. Вроде сейчас ветерок не больно и жарко-то ведь, да? Ну, тепло все равно, ведь 25-то есть. Ну да, есть. Вот они решили. Ладно, хоть Даша была здесь. Короче, все, да? Собрались, и кто хотел, тот прилетел. И ну, сейчас коробки. Они вот так еще все летать будут долго, да? Или как? А мы заберем все оставшиеся либо в Раевню подлетят, либо по этим разберутся. Угу. А как узнать, что где матка? Она где-то там внутри прячется, ты не узнаешь. Да? А раз они здесь и собрались, а, значит, матка, если без нее они бы не сели, да? Конечно, они бы улетели, где матка, они ее ищут. Вот, видишь, такая красотулечка. Давайте, работяшечки, работайте. Иди, я тебя сфоткаю. Только, пожалуйста, меня не трогайте. Я вам не нравлюсь. Руки протяни к ним. Я вам не нравлюсь, товарищ, не нравлюсь. Сегодня 15 июня. И уже жимолость поспевает. Но еще не вся, вон еще зеленые ягодки есть. Но уже поспевает. Этот кустик я садила позапрошлый год, веточку. Он у меня еще небольшой, но уже ягодки есть. Сколько всяких мошек нападало без чехла-то. Конечно, можно и с ними купаться тихонечко. Там девчонки купаются, пулькаются, но пока они... Пока вода нагревается, мы уже всю воду исчерпаем для полива. Поэтому им приходится купаться, когда уже воды совсем чуть-чуть. Но зато она такая теплая-теплая.